как укротить свои желания. В моей душе была их тьма, томимой жаждой обладания. Я каждый день сходил с ума. Я не из тех, кто мог бы с легкостью рассудком охладить их пыл. Я ради них у края пропасти по лезвию ножа ходил. Я не лишен был понимания, что всех богатств не обрести, но словно агнец на заклание шел по заклятому пути. Лишь на закате жизни понял я и убедился на все сто, что жизнь моя была агонией, и все желания ничто. И сукоризною заслуженной, с угасшей жаждою в крови, я понял, ничего не нужно мне, кроме желания любви. Я понял, ничего не нужно мне, кроме желания любви.